Shining. И это онлайн медиа Gold. И несмотря на Gold название, проект никакого отношения к золоту не имеет, обладает просто чудесным маркетингом и миллиардов плюсов, о которых можно рассказывать бесконечно. Вот, но давайте все-таки расскажем об основных. А основной плюс этого проекта, что в нем 9 видов заработка, о которых я сейчас попытаюсь вкратко рассказать. Вот и некоторые из них без вложений. Я уже не говорю о $12 в подарок, который дает проект и где и как. Давайте по порядку. Что же, в чем же плюсы этого проекта основные? Тут 9 видов заработка. Раз, тут можно начать без вложений. И самое интересное, что не просто, как пишут, без вложений, там, приглашайте и получите реферальный, а реально без вложений начинающим тут можно накликать. Смотрите, тут есть вот 10 квалификационных кликов, которые можно кликать. Вот, а дальше у вас есть задачи pay-per-click, вот, которые сразу конвертируются в деньги, хотя плачутся в токенах. Я покажу, это на самом деле деньги. То есть один токен — это полцента. Вот. Потом есть социальные задачи по всем сетям, где вы можете откликивать. Вот. Facebook, Google, Instagram, Alexa и т.д. и т.п. И здесь видите задачи, и за все это платят реальные деньги. То есть вы можете просто зайти и накопить. Я уже не говорю, что при старте вам дается пакет за $10, который принесет вам $12 за 25 дней. То есть вот этот пакет, вот эти $12, вот это подарочный. Это я купил, вот видите, сегодня. Вот этот пакет приносит 1 цент в 30 секунд, то есть 48 центов в сутки. И на все это дело начисляются реферальные даже на фри-статусе. Да, я купил тут сильвер, вот, за $10 всего. Но это мне дает что-то. Но, в принципе, если бы я остался на фри, я бы получал и с покупки статусов, просто чуть меньше, и с ребейтов. Эти пакеты здесь называются ребейты. Вот, итак, получается, первый самый простой вид заработка. Это мы покупаем, это просто мы кликаем. И получаем свои деньги, копим и делаем квалификацию, и по $12 ребейту бесплатному, подарочному, тоже получаем деньги. Это первое. Второе. Мы накопили первых $10, мы покупаем ребейты, из каждого $10 мы имеем 12, то есть 20% за 25 дней. Плюс при покупке ребейта нам еще дается 3500 АД пунктов. И мы рекламируем свои сайты, свои ютубы, свои социальные таски, все что хотите. И это только начало. Давайте пойдемся дальше. Здесь есть такой вид заработка, как бустеры. Эта штука стоит $150. Кстати, ого! И в течение долгого времени приносит по $1.43. Вот, видите? $150, она приносит $1.43 в день, и вы получаете 150 тысяч АД кредитов на раскрутку своего сайта, который здесь реально работает. Дальше, что здесь? Здесь, кстати, есть материалы на русском, то есть зайти в... Где здесь? Quality... Да, нет... Где же? Вот, Plan Expanded. Вот, здесь есть материалы на английском, португальском и на русском. Давайте его посмотрим. Вот, и я вам покажу. Тут, кстати, можно прочитать, какие еще плюсы есть. Вот, смотрите. Партнерская матрица. То есть, с покупки у вас этих абонентской платы статуса 20 уровней вниз. Если кто-то покупает рекламу, а люди покупают, вот, 15 уровней вниз. Бонусы с покупкой, то есть с каждого действия идут бонусы. Вот комиссия, сколько, как, матрицы, все это можно подробно прочитать. Не буду на этом конкретно останавливаться. Давайте вернемся к видам заработка. Итак, комиссия из прямых продаж — это то, что ваши рефералы покупают статус. Отлично. Партнерская матрица — с покупки статусов на 20 уровней низ. Супер. Рекламная матрица — на 15 уровней низ покупка реклама. Бонусные токены — при покупке пакета свыше Silver, там от $25, если вы проплачиваете статус, вы получаете токены, на которые можете, хотите в деньги конвертировать, хотите рекламировать сайт, все что угодно. Задачи в социальных сетях — выполнять, получать деньги, рекламный бонус от партнеров. Кооперация — отдельная тема, где мы там скидываемся, и то есть это участие в доле прибыльной компании. Набор инструментов — еще отдельная тема,
которая позволяет там использовать инструменты всякие по раскрутке и зарабатывать. Ребейты — это вот наши пакеты, самое простое, 10 вложили, 12 получили, бустеры дохода, 150 вложили, ой, я не помню, сколько там получается, по 1.43 в день в течение длительного промежутка времени. Ну, эта вся информация есть, и это все выгодно, и это все приносит доход. Вот, 150 приносит 260 дохода за 26 недель. Да, очень долго, практически полгода, но практически 100%, давайте на полгода 100% делим 26 недель. Это на 6, да? Получается примерно 100 на 6, где-то под 15, под 18, 15% в месяц вложенные деньги, но они ко всему еще дают и 50 тысяч адвайсин кредит. Там, по-моему, сейчас идет пакет, что 150, да, мы видели, ну, неважно. Даже 50 тысяч рекламных показов сайта — это очень много. И со всего этого капает комиссия, 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 с каждого действия капает комиссия. И зайдя сюда без вложений, начиная приглашать, никто вас не покупает статус, не заставляет покупать статус, везде будет капать комиссия, везде будут накапливаться денежки. И очень интересное отображение всего. Единственный минус, вот матрица, это будет показывать, если у вас много рефералов, она будет так красиво показывать, вот видите, сколько людей вот у меня уже подсоединилось и на каком статусе, пока они все на бесплатном, потому что не знают, зачем покупать сильвер. Я еще не снимал видео никакое, позавчера подключился, я просто в восторге от этого проекта. То есть еще раз давайте вернемся, в чем плюсы этого проекта, чтобы вы понимали, что это, возможно, будущий лидер, который потеснит и недаром PyDwarts, MicroShares и все остальных проекты без вложений. Прошу не путать с инвестиционными проектами, здесь можно. Итак, можно участвовать без вложений. Вы получаете при старте $12 пакетом, выполняя квалификацию, вы получите $12, не сразу. Он у вас тут вот на в дашборде. Вот тут отображается. Вот видите, уже 1.38 я заработал и могу вывести хоть сейчас. Следующее. 9 видов заработка. Это вот эта штука, 9 видов заработка, это абсолютно реальная тема, которая вот выдвинет этот проект вперед. То есть, пользуясь этим и даже не пользуясь этим, начав приглашать в этот проект, вы получите такую отдачу, что я даже не представляю, какой тут максимальный заработок. Дальше. Многоуровневая партнерская программа, ну, входит в эти 9 заработков, 15-20 уровней. Подумайте, подумайте, насколько это много. Огромные рекламные возможности. При всех этих покупках, при всех этих у вас капают рекламные пункты, которые можно потратить на свою рекламу, и будет отдача на рекламу других проектов, на рекламу рублик просто. Причем, если токены, то их можно, хотите тратить, хотите конвертировать в доллары, и не накапливаться, это не бесполезные пункты, это просто реально деньги. Вот. Перевод денег внутри проекта позволяет, кто, у кого нету пайза, тому помочь. Обращайтесь. Кстати, пайза на многих обменниках меняется практически 1-1 с перфектом, никаких проблем нет. Вот. И Пайза сейчас сделала очень много там внутри, прямо есть перевод с обменниками, подключение кредитной карты, счетов, в общем, просто вот сегодня смотрел для специально, еще раз, Пайзу для работы с проектом, все там чики-пики, в отличие от старой Пайзы, на которую я как бы не обращал внимания. Вот, вложенность, возможность оплаты статуса рефералом напрямую, ну это тоже, что и перевод денег, и материалы на русском я вам показывал. То есть, очень много плюсов, очень мало минусов и сумасшедший потенциал. Поэтому не проходите мимо, заходите в этот проект, потому что это, возможно, очередной лидер. То есть еще сейчас проверяется надежность, вывод работает, все, проекта. Очередной лидер и, возможно, очередной проект года, следующего уже года, потому что он сейчас только набирает обороты, вот, и, возможно, даже вытеснит PyDwarts. Как бы в слове очередной, кажется, что их много, вы не поверите, проектов с таким потенциалом не то что мало, практически нету, я их долго и долго ищу, и PyDwarts стоит на первом месте. Не потому, что он лучше всех, а потому, что, ну, он лучше всех, но ему нету просто замены, нету равных. Все остальное такая ерунда с таким мелким потенциалом, что даже ничего не скажешь. Да, PyDwarts никуда не денется, переживет, допустим, всех остальных, но того сумасшедшего
сумасшедшего заработка, который был в начале, в Пайдерсе, к сожалению, нету. Будет своп, там более-менее все наладится. Я уже жду своп, да, в кои веке. Сначала мы ругались, теперь... Но это уже... Пайдерс, ладно, это отдельная история. Вот, этот ОМГ показывает просто сумасшедший потенциал, а его маркетинг настолько уникален, что мне его не с чем просто сравнить. Тут есть и рекламы, тут есть и пакеты, тут есть и бустеры, и сайты, и социальные, и все. И вы тут можете очень много задач и даже раскрутить свой бизнес и заработать без вложений. Пользуйтесь сейчас, не пропустите, это просто чудеснейший проект. Я даже по нему сейчас, скорее всего, заведу и отдельный канал, и все остальное, потому что материалов по этому проекту будет много. Хотя при такой сложности тут все очень просто. Кликайте без вложений, покупайте проекты, покупайте рубрики, приглашайте. Вот такая простая стратегия вкладывается в такой сумасшедший большой маркетинг. Вы посмотрите, сколько тут всяких пунктов. Кажется сложно, но на самом деле все просто. И тут даже есть создание собственных страничек захвата и все остальное, то есть реклама, это тот набор инструментов, про который я говорил, то есть все, что я вам рассказал, это только даже меньше половины, чего в этом проекте есть. А вы знаете, что проекты со сложным маркетингом живут очень долго, и тут очень много возможностей. Вот эта кооперация, что я рассказывал, вот это мои рекламные открытия, которые мне дали за покупку токена, которые, видите, уже приносят денег. Очень подобные кошельки, очень хорошая статистика, сортировка, данные, все прозрачно. Ну, в этом смысле он напоминает Пайдерс, вся статистичка, только тут можно все сортировать, смотреть, получать выписки, то есть очень-очень все супер, еще раз скажу, просто супер. Участвуйте, не пропустите.